Всем привет. У меня с утра уже война с Назаром. Я ему тут пока завтрак готовлю. Он, извините, блин, сгущенку топчет с батоном. И лыбится наглым образом. Назар, садись. О, как аппетитненько у тебя выглядит оно. Прям самой хочется, но да, мне еще рано. Да, выглядит, слушай. Прям вообще сгущенка аппетитная. Сладкоежка, господи. О боже, не могу на это смотреть. Лучик, а ты кушал, да, мой маленький? Ой, не видно тебя, солнышко мое родное такое. Иди. Ой, ладно, зараз сегодня нулевой урок, он выходит раньше, еще академия, сегодня вторник. Выйдет раньше, придет позже. И еще и есть ничего не хочет. Правильно, наушники уже в тарелке. Вечный Смольный, блин, по телефону. Я сейчас, блин, наелся. Попробуй мне вот это все не съесть. Попробуй, давай. Воевать со мной собрался? Вот надо повыделываться. Тимур, ты сейчас будешь свидетелем моей смерти. Кисть дурная, точно. Мелит тем языком непонятно что. А в смысле можешь? Не понял. Все пишут, Назара так голос поменялся, не то слово. Мы на днях смотрели годовалой... год назад видео, в общем, да. Там у него такой я еще детский пишу, писклявый голосочек, а сейчас уже такой... А, у меня, ребят, немножко времени есть до похода к доктору. Я решила сделать начинку на вареники. Я там параллельно плиту замочила, сейчас буду...
Так, вот и готова начиночка, капусточка для варенчиков. Вкусная получилась. Капец. Сережка будет довольный. Единственное, что буду вареники уже полеплю попозже. Закину в морозилку, чтобы завтра их сделать. Может, отварю немножко на ужин мальчишкам. И Сереже на работу завтра. Ну, посмотрим. Потому что сейчас буду уже собираться, бежать на консультацию еще к стоматологу, к которому Анечка меня поведет. Надеюсь, он мне что-то уразумительное скажет. Ну, или, по крайней мере, уже сделаю какие-то выводы. Ой, ребятки, в общем, рассказываю. Сейчас с Аней, с Лешей расстались мы. Ну, как? Сережа меня забрал, а ребята тоже уже по своим делам побежали. Короче, что мне сказал врач? Понравился мне этот доктор. Ну, по крайней мере, он мне хоть толком объяснил всю ситуацию. В общем, зуб... не спасти. В каком плане? Можно было бы спасти, но у меня киста расположена, и зуб, и киста расположена близко к нерву, как он сказал, фронтальный, лицевой, в общем, какой-то нерв. И есть большой риск, что при операции, при удалении, если этот нерв зацепить, у меня просто будет онемевшие пол губы, вот это, ну, часть лица. И впоследствии, соответственно, губа обвиснет, потому что она будет не... Контролируемая. Неконтролируемая, да. И, в общем, говорит, я на такой бы риск не рекомендовал бы вам идти. Проще удалить зуб и поставить имплант, либо, в общем, ну, либо коронку. И плюс ко всему, там нужно будет еще костный материал, в общем, засыпать. Костный порошок. Порошок, да, этот. Он достаточно недешево стоит, в общем... Но тянуть, говорит, я же рассказала, что посоветовали полгода челюстно-лицевой подождать. Он говорит, а вы что, у вас перейдет на следующий зуб? Там и так, типа, под вопросом второй зуб, возможно, нужно будет его рассверливать, удалять нерв. И если, ну, уже это при операции будет видно, насколько он залез на следующий зуб, это киста. Говорит, возможно, еще быть такое, что придется, ну, по крайней мере, его можно спасти, но зуб будет неживым следующий. А возможно, что, в общем, все будет видно по операции, по заживлению, в общем-то. Со вторым зубом. Ну, а этот, в общем, надо себя настраивать и идти, и делать. И еще надо денег на это. Денег. От 3 до 7 тысяч. Очень неоднозначно. Все будет зависеть от того, сколько пойдет костного материала. А это только будет ясно при операции. Вот такие вот дела сейчас. Ну, я еще записалась еще к одному хирургу. Завтра еще одна консультация. Но пока я... Вот сюда нам кать. А, я поняла. Но пока мне вот этот... Ну, вот, знаете, ощущение, что я бы ему доверилась оперировать. Ну, как бы есть такое ощущение. Очень грамотно все объяснил, все разъяснил. И... Ну, есть доверие к доктору. Если вчера я вышла с больницы, и как-то меня все это напрягло и не понравилось. Ну, я думаю, все это понимают, когда ты слышишь доктора и понимаешь, что хочешь ему доверить, потому что он правильно все... Получает доверие. Да, да. Ну, хотя бы конкретику мне какую-то дал, объяснил все, всю ситуацию, какие могут быть варианты, какие могут быть последствия. Всем привет. А, да, Серик, тебя же еще не видели. В общем, все, сейчас мы приехали за посылочкой, за последней с сайта NewChick. Это будет уже, я так понимаю, что завтра уже, наверное, сниму видеообзор и покажу вам наши покупочки с Викой. Дома тишина, детей нету, никого нету. Сережа сейчас поднимается, а я быстренько приступаю к тесту. Возвращаюсь, так сказать, на кухню. Капуста уже подостыла прекрасно. Все замечательно. Сейчас начинаю готовить, потому что все сейчас будут голодные. Сережа особенно.
Так, у нас процесс вареников идет уже. Я готовлю для вареников с капустой. Лучок зажарю, чтобы их перемазывать, так сказать. И еще мы приняли решение приготовить еще вареники с творогом. Я сейчас буду еще и такую начиночку подготавливать. А Сережка мне уже замешивает тесто. Я ему все накидала. Он сейчас своей мужской силой мне его... Уже можно руками, руки в муку, и можно уже замешивать. Нет, там еще он бегает, влага. Так ты быстрее там. Я понимаю, что быстрее. Ну хорошо, делай как знаешь. Я тебе доверю сегодня тесту. Мой помощничек. Так, у меня уже с капустой до... Чего? С капустой долеплены. Еще чуть-чуть осталось. Теперь уже вторая порция теста вон там вот будут еще с творогом. Девчонки пришли и кричат, что будут мне помогать. Прекрасно. Поэтому я Серика сейчас отпускаю. Он мне помогает варить. Ну, чтобы не терять время, я быстро-быстро леплю, а он мне их проваривает. 15 секунд ты можешь вытаскивать. А, да? Хорошо. Так, и вот уже, Катенька, надо... Или ладно, я уже сама. Я уже третий раз так делаю. Не-не, ну да, они все равно, они пока остынут, они могут слипнуться. Ты еще подлить? Не-не, не подливай, ты сейчас уже те будешь высыпать и так подольешь. Так оно сверху как раз будет. Так, в общем... Назар! Сейчас обрадую Назара. А, Вика уже обрадовалась же с творогом. У нас все обожают. Знаешь, чем еще вареники решили приготовить? Посмотри. Творогом? Чесноком. Да. Круто. Да. Что-то уже Назар не эмоционально радуется. Да он весь, он пришел. Назарушка, я что говорила, за ноутбук не садиться, пока уроки не будут сделаны. Что-то у тебя только один английский, что-то странно. Точно? Я буду проверять. Ты проверяй. Хорошо. Красавчики. Я их не раскатываю, кстати, в руках вот так вот. Чик-чик-чик-чик-чик. Мне так удобно. Мне кажется, когда раскатываешь, как-то дольше получается. Так быстренько. Раз-раз-раз и готово. Сформировал и погнал. Сейчас, пока вода закипит, у меня уже будут налеплены. Есть. Так. У девчонок последняя партия с творогом. Вика тут... Эти надо подколачивать, потому что они пока остынут, слипаются. Вот это с творожком, здесь с маслицем. Кстати, у нас есть крышка от этого тазика. Вообще можно легко крышечкой накрыть. Ну, и я имею в виду подмешивать. Так, девчонки уже доваривают. Я долепила. Творог закончился, а капуста осталась. Поэтому я и тесто вот 4, буквально на 4 вареника осталось. То я долепила с капустой. Тут уже прибрала часть стола. И, в принципе, мальчишки уже сейчас могут кушать. Девчонки тоже, наверное, могут. А я уже не буду сегодня кушать. Так, хочу узнать ваше мнение по варенчикам. Муа. Вкусненько? Очень. Ну, приятного аппетита. Не пробовала. Попробуй. Ой, так, а я с вами... А какая семья Цукановых кушает, Влада готовит. Вот, вот, меня здесь держит, заложник. Семья Цукановых не вся кушает. Я тебе кушаю, я с тобой. Да, да, с вами я прощаюсь. Вот так у меня сегодня беготня, готовка, вареники, беготня, готовка. Все, завтра иду снова еще на одну консультацию. Все вам расскажу, но это уже завтра. Все, на этом все. Всем пока. Всех люблю, всех целую.